Что это за квадратик? Давай покажу. Это код маркировки «Честный знак». Ваш помощник для безопасных покупок. Касса его проверяет и не пропускает подозрительные товары. Это «Честный знак». Ладно, присмотримся к свитеру немного. Какой же это Мигель? Это Серега? Вот он пришел, тут сидит, на него посмотрите. Один раз сходил в натальную карту, теперь выпендривается куспитом. Ты не уйдешь из нашей передачи, потому что есть одно но. Мы тебя отпустим, когда снимешь меня в кино. Блин, Арс, прости, я тебе не сказал, но в свой сериал он нас троих позвал. У меня голова, как будто я испачкался в тесте. А еще сегодня многие узнали, что Мигель тоже с первого класса вместе. Там так было? Наверное, там так было. Покупайте все! И Катя, и Нюша. Очень хороший Мигель для душа. Нет! Почему? Я сочетаю панч и буду таков. Дамы и господа, с вами Светлаков и Темнаков. Дамы и господа, здесь нужно терпение. Сегодня Мигель завалил Арсения. Добро пожаловать на мой вейк. Люди, смотрите, бракованный Дрейк. Мы сегодня были рады. Я думаю, вы тоже. Сегодня в гостях у нас был Мигель, то есть Сережа! Не хочу марать бумагу. Скажу устно, с нами мага. Алло, мага, как дела? Надеюсь, неплохо. Твоя тачка у меня, это эвакуаторщик Леха. Ты чё? За кулисами он нам сказал: не переживайте, все будет клево. Сам сюда сел, говорит, слово, слово. У нас в гостях мага, а не Олег. От него автомобиль совершил большой побег. Бенни, Рики-Факи, Турбо-Урбо, Сентябряки, Део-Део, Космодео, бас залез на потолок, прищемил себе пупок, а на утро говорит, у меня жена живот болит, а жена ему ответ, у меня лекарства нет, раунд. На этом все, больше панчей у нас нет, у нас в гостях сегодня был Муртазалиев, Магомед! Так, ну что, со мной случилась беда. Я всю ночь буду думать, что означает «да». Мы тут наряжаемся, а она в гости к нам пришла в кофте пахана. Вот вам задание с канала «Карусель». Составьте слово из букв «Л», «Д», «Д», «Л». Извините, мне, наверное, еще рано знать. Может, подскажете, а как его поднять? Не так. Юль, в куклах не надо ронять пацанов, поняла? Ага.
Иди делай. Я все починю. Я все починю. Я все починю. Давайте, пацаны. Давайте. Вы читайте, читайте, пацаны. Ну а что такого? У нас тут тумба упала. А Юлька вот в самом начале передачи думать устала. Вот. Это клево было. Ой, мне перед передачей чуть налили на. А в гостях сегодня Юля Гаврилина. Зритель, приготовься, сенсация века. К нам в гости пришел пробник человека. Эльдар, вообще-то это шорты, но вы можете носить это как короткие штаны. Кажется, у нас сейчас будет дуэль на палках. У нас ведь в гостях Гоголь на минималках. О, вот так. Давай! Чё, блин, каждый из вас не дожал. Вышли и все вместе навалили кринжа. Нормально. Нормально. Я, честно говоря, сейчас чуть не влупил. А с этой тумбы сейчас кто-то говорил? Мой панч будет прост. Так, пацаны, хватит шуток про рост. Браво! Браво! Да, я маленький, но когда достану свой пеструн, там, блин, Антон Шастун! Стой! Соединил бразильскую и русскую музыку. Лови, special for you. Лучше попробуй соединить хорошую музыку и свою. Я смотрю, вы тут все рэп читать научились. Я пробовал совмещать. Блин, не получилось. За зиму 80 песен – хорошая идея. Пожалуйста, остановите эту песенную диарею. Я скажу это с легкостью, скажу это без страха. У нас в гостях сегодня был Эльдар Джарахов! Чё, я считаю, прикол. Пришла Лера в куклах, протерла пол. Да, я в куклах постоял в планке, покачал пресс, отжался. Спасибо, Лера, я... О, Лер, смотри, твой муж звонит, похоже. Куда это вы вдвоем ходите с Сережей? Больше не буду с тобой отдыхать. Ты не умеешь язык за зубами держать. Прости. Блин, что за бред я несу? Я же всю программу смотрел на порванную джинсу. Арс, за джинсы тебе фуэте. А ты видел у нее еще декольте? Не поднимайся. Сережа из всей передачи запомнил декольте. А-та-та, Сережа, перестань ходить в те места. А-та-та, в те места. Ее прожариваем, дурень. Да, ее, не Сережу. Ну а что, раз такая пьянка, то и я вот мордой об стол. Серег, ты козел. Машите вот так все ручками. Эти три кота к лотку не приучены. Да.
Лер, посиди, пожалуйста. Я не хотел, видит Бог. Сережа в этом костюме как лох. Да? Сереж! Сереж, а я вот не буду смеяться над тобой. Глянь, пришла мелкая, толстая, с бородой. Спасибо, что хотя бы прикрыла коленки. Кстати, если передача не получится, то виноват Матвиенко. Все, Сереж, опять панч не про тебя, но в зоне риска. Это же ты, у которой маленькая писька. Тоже к тебе обращусь немного. Это же ты, три... Все, пора прощаться, уже трясутся коленки. У нас в гостях сегодня был Сергей Матвиенко! А у нас в гостях сегодня Юлька, пельмень, который вывалился из кастрюльки. Юль, но я тебе еще один секрет открою. Есть люди, кроме взбалмошных девчонок, владелец отеля и дальнобоя. Чтобы завоевать сердце Юли, не нужно быть изобретателем. Достаточно быть просто соискателем. Юль, классно оделась. Приятный сюрприз. Но если это купальник, а где... Многие к нам приходят, думают, что показуха. Ну вот, первый человек проверил оба наших уха. Другой человек с фамилией Михалкова. Вот оплошность. А я думал, что будет звенящая пошлость. Согласитесь, что эфир пролетел просто пулей. Потому что в гостях была Михалкова Юля! Дамы и господа, мой пиджак из чистого флиса. Сейчас вам рэп зачитают три парня и восьмиметровая Раиса. Ой, скажите, а кто это к нам пришел? А, Алла Михеева, как хорошо. Алла, 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 как же ты... Сюда попала! Алло, я все-таки напился, появляется он! Встречай прямо по курсу дрон! Моя фраза будет острая, как пика заточенная! Я жал ей руку, она правда озабоченная! Ты посмотри, сидит, улыбается. Фу, инопланетянка, еще и на коньках катается. Ну, если честно, Алла гость капитальный. Пришла, говорит, Сережа сексуальный. Я же правда говорил, я очень сильный богач. Я беру и покупаю твой предыдущий панч. Сегодня был очень классный выпуск, и нам кажется, этого даже мало, потому что в гостях была Михеева Алла! Мы все музыкальные сервисы, привет! В натуре песню, у которой один куплет... Итак, представим, что на вас напали собаки. Что же вы делаете? Достаете нунчаки.
Я Катя Айова, я хочу обувью удивить. Может, мне вот эти сапоготуфли купить? Я добавляю в кафе вечеринку. Маши, Валюши, Игори, Валентинки, мы же с вами как эти, кофеинки и чин. У меня, как и у Кати, рэп не дописан. А я такая чика на припеве. Я добавляю в кофе вечеринку, мы танцующие кофеинки. Все надоело, поменяй пластинку, дай по собам и по домам, еее. Друзья, не знаю, как вам, но, по-моему, это было клево. Сегодня у нас в гостях была Катя Айова! Смотрите, Марина с телефоном сидит в стороне. И это она пишет комментарии сама себе! Что за чудо? Что за лепота? К нам Марина Федункив приехала-то. У меня, если честно, шикарная дрезина. Поедешь со мной, проводница Марина? Ладно, я выпью за тебя этот целебный отвар. Кстати, твоей киске поможет только Руслан, ветеринар. Не верьте ни одному из его слов. Он, сука, змеелов! Я ваш лечащий врач, я с приветом. Пришли анализы. Ну, как сказать, ты отмазалась букетом. В Москве бордюра, в Питере парапет. Кстати, позвольте познакомиться с вами, я жопоед. Не было такого! Не было такого! Такого не говори! Она показывала. Не было! Жабоед! Жабоед! Ну, вы поняли. Это все правда, представляете? Это все не мифы. Марина Федункив отдыхает? Это не рифы. Думаете, корь, ангина, скарлатина? Нет, у нас в гостях Федункив Марина! Ha 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 ha!